пока еще перерыв идет. Я только пытаюсь настроиться. Несколько дней готовлюсь, какое-то состояние. Сейчас выложил все, что думал. Так, может, давление вернется на место. Так, ладно. Именно за мной должок остался, друзья. Так, какой должок? На прошлом вебинаре меня спросили, как сертифицировать семена. Вот. А мы это проходили несколько раз. Вы вспоминаете, что идет 4-й год. Первые пошли у нас вебинары 18-й год, потом 19-20. Я могу те же самые фотографии, подборку взять и снова повторить, но кто-то скажет, да я уже все это знаю. Я сделал по-другому. Я сделал свежий фильм. Его я делал вместе с помощниками. Он еще не в Ютубе. Я прошу Сергея Анатольевича Пащенко. Он у меня по особым фильмам, ну как бы сверхважным. Специалист, он их приводит в такой порядок. Музыка, заставка красивая. И дальше пойдет фильм про сертификацию. А пока вот то, чему меня научили. Я в Яндексе выставил этот самый фильм. Он еще не в Ютубе. И разместил его вот здесь. Знаете где? Я разместил его сразу в гостевой. И фактически я свое обещание выполнил. Сейчас я его покажу вам. Вот он. Видите? Если вы вот это носите... Вот гостевая книга Железова. То есть не так. Вот вам гостевая... комната, или как она там, на сайте Железова. Если сюда нажмете, вы увидите свежее, как мы начали сортировать сливы. А там уже все расписано, что в январь, до 3 месяца до высадки, значит, кому 3 месяца, для них я уже сортировал, и так далее, и так далее. В общем, вот здесь вот первый ответ на вопрос. А дальше будут уже детали, их еще много. Вот, есть специальная статья. Ну, пожалуйста, для этого и сайт. Вот, ну, многие говорят, нет, вы мне по телефону объясните, и я часами, если сложить, каждый день я по несколько часов читаю лекции, все тоже. И тогда у меня мелькнула такая мысль. Я сейчас уже до конца делюсь своими планами. Они, планы очень хорошие. Смотрите, есть у меня несколько помощников. Вот один из них, это мой брат Сергей Железов, ой, Юрий Железов, видите? Позвольте представить. И вот смотрите сюда. Вот. О, ух ты, готово. Эй, спасибо, спасибо, 6 часов назад. Это значит, что в Ютубе появился этот фильм. Я не могу нажимать, потому что мне Антон запрещает эти самодельные. Вот он, сертификация уже здесь. Вот, Сергей Анатольевич. И это не только от меня благодарность. Вот 178 прослушек. Когда успели? За 6 часов это круто. Вот. Я же обратил внимание, что ваши именно фильмы почему-то больше всех просмотров. Или «Легкая рука», или как-то, знаете. Вот. 6 часов вот уже пошло. То есть теперь 178 человек не загубят мои семена. Вот это здорово. Спасибо вам. А я только хотел к вам обратиться. Честное слово, не видел. Так, теперь. Работа моего брата. Видите? Он берет прежние фильмы. Он берет свежие, как они называются, вебинары. Расчленяет их на части. Не каждый, оказывается, 2 часа никто смотреть не будет. Он их делает 5 минут, 10 минут, 20 минут. Ну, какая тема. И вот что получается, смотрите. Получается это шедевр, то есть это самое. Вот Ирина Александровна, видите себя, это надо вам будет переслать. Вы участница вот именно вот этого кусочка вебинара. Так, короче, отвлекся.
Итак, я сейчас еще пару слов скажу. Я придумал новую форму. Он тоже, Пащенко это делал, Сталинграда, подчеркиваю. Он патриот, для него Виноград этого нет, Волгограда, он Сталинград называет. Так вот, со Сталинграда Пащенко сделал один из фильмов, пока один. Вот, видите, пока один. Я включать не буду. Потом, потому что меня убьет Сафронов. Вот. Консультация по телефону. И я всем предлагаю, у меня как получилось? Звонит кто-то ко мне, так, и начинает рассказывать. Проходит минут 30-40, я спохватываюсь. Он задает вопросы, я отвечаю. И все. Помните, как в физике, что такое звук? Это колебание воздуха, все. Поколебалось, нету ничего больше. Он чего-то запомнил, что-то забыл. И вот вдруг мне, когда позвонил человек, я взмолился, я говорю этому человеку, а давайте сейчас я включу камеру, и все, что вы говорите, будет слышно по громкий звук по телефону. Рядом камера, она будет уставиться в этот самый, в, как он называется, в экран компьютера, а там будут просто красивые фотографии меняться, ну, чтобы не скучно было слушать. Именно слушать. Получился фильм, смотрите, вот он. Жаль, включать не могу. Спасибо, Пащенко, спасибо, Патриот России. Теперь это был первый фильм. Второй я его попросил сделать. Вот этот вот. Вернемся. Вот. Только вот этот. Где он? Нет, сюда возвращаемся. Вот это вот он сделал фильм по сталификации. И у меня на связи еще пару человек, я прошу простить, то я не дозвонился, то еще что-то. Вот одна из них. Тоже такой фильм надо создать. Вот. А вот Хабаровск. Интереснейшая тема. Ирина Юрьевна, вот ее телефон. Хабаровск на проводе. Мы договорились на 4:30. Вот. А в 4 я узнал, что умер Боднар, понимаете? А впереди разговор какой? Вроде бы теплее, а толку нет. Вроде бы выдающиеся садоводы там работали, а последние сады угробили. Угробили совхозы, колхозы. Последние саженцы вывезли китайцы. И раздарили своим крестьянам. Раздарили. Вот что происходит в нашей стране. Так, вы меня видите, надеюсь. Теперь я возвращаюсь туда, откуда мы пришли. Так, вот сюда. Ну что, давайте медленно здороваться. Давайте. Вот, Антона, когда его назначил к самым главным ответственным по стране, помните, такая дежурная по стране, которым был этот самый, он недавно умер. О, память, ё-моё. Дежурный по стране. Жванецкий. Так вот, что касается садоводства, сегодня я дежурный по стране, а завтра, Антон Валерьевич, будете вы, поэтому терпите, пока мы закончим. Гришина, всего доброго, там доброго вечера. Так, Тихонова, приятного вечера. Курган, здравствуйте. Мне всегда интересно, откуда звонки, откуда письма. Антон на месте, Железов, ну еще бы. Брат все-таки, моя опора. Капризова, Надежда, добрая. Когда я уже раз 5, наверное, сказал, Юра, как ты там это, половину косточка дал соседу, а сосед вырастил, у него абрикосы есть в Костроме, где их не видели никогда, а у тебя только годом позже появились. Я это преподношу всегда как прикол. Вот. Но главное, ты же не пожалел, ты половину косточка дал соседу. Так, ладно, проехали. Надежда, добрый вечер. Парьяс, всем успехов. Так, фанатам садоводов Галина пожелала добрый вечер. Бухтиярова там всегда на месте. Надежда. Свиньям всем привет. У нас обещают за 40. Так, минуточку. Украина плюс 10. Сестре звонил специально. Не было морозов у Сергеева, где всегда должно быть 40. У него было 22. Ниже не было. В общем, творится вот так. Все через... Чуть не сказал, через что. Вот. Что это такое? Только Архангельская область начинает пробуждаться садоводство, и 40 градусов не хватало.
Смотритель «Добрый вечер», минус 16. Смотритель – это у нас Йошкар-Ола. Это называется «Климат серединка на половинку». Хабаровск, Ирина. Кстати, Ирина, это не ваша? Не мы с вами договаривались, а? Вот это вот. Ну, так вышло, Ирина. Вначале похороны, потом шок, потом подготовка к вебинару. Я обязательно пройду с вами фильм, если вы не расслабились еще. Если это вы. Ну, Ирина Хабаровск тоже, наверное, вы. Елена, здравствуйте. Ирина. Ой, все. Снега так... Ну, значит, это вы. Да что это такое? Да что за Сибирь такая? Для меня Хабаровск – это продолжение Сибири. Ну, пусть там не замерзающий океан. Но это тут же непорядок. Непорядок. А если минус 40? Ну, мои-то выдержат по двое, а остальные-то все же сдохнет. Здравствуйте, Олег Константинович. Решил посадить косточки южной груши весом около 100 грамм. Ну, в смысле, семечки. Предварительно проведя шоковую стратификацию. Морозильная камера 24 часа. Комнатная температура. Я не знаю, кто вас этому научил. Знаете, это очень сложный вопрос. Как я на это смотрю? Если когда-то, я не могу коротко отвечать, если там будет много вопросов, отвечу в следующий раз. Скопирую, отвечу. Смотрите. Однажды ко мне звонит Олег Сыроватко, есть такой саяногорец, ну, по фамилии уже поняли, с Украины, говорит: Константинович, я привез с Черновцов 40 сортов груш черенками. Я облазил всю область. Вот. Но я почувствовал, что... А он уже в деревне Калы. Вот. Я почувствовал, я не потяну. Я их вам подарю. А я же на Украину редко езжу. Я был на седьмом небе. Я был счастлив. Это то же самое, знаете, что кому-то подари миллион. Вот просто взять, подарить, что по улице, на тебе миллион. А здесь 40 черенков, как он выразит, самые сладкие груши. Привозят. Проходит несколько дней, груши почернели и стали черными. Я звоню: Валер, чё, ой, Олег, в чем дело? Ну как что, я их хранил в морозилке. Сколько? Месяц. Ну, короче, черенки дочернели до конца, их выбросил. До сих пор вспоминаю с таким этим... Я любую украинскую грушу, которая на Украине, доведу в 40 градусов мороз до плодоношения. Кто скажет нет? Ну-ка, сейчас сразу морду. Почему? Потому что на подвоенных уссурийских грушах они могут творить чудеса. И вот я выкинул 40 сортов груш. Еще 40 сортов у меня сгорели на острове. Вот. И то, что я сейчас говорю, у меня полтора десятка садки груш, это стыдно даже говорить. Так вот, я с тех пор морозильную камеру, как услышу это слово, мне сразу давление подскакивает. Можно ли проводить шок? А зачем? Надо ставить вопрос, зачем? Если она поможет пробудиться, чтобы получилось, что вы их там положили, допустим, 100 штук, чтобы проснулось 90, я согласен, но это требует проверки. А если только для того, чтобы она стала более, знаете, как называется, более морозостойкой, то вы получите обратную картину. То есть, вы поняли, как это, шило из мешка. Вот сюда сунешь, возьмешь вот мешок, а в нем торчит шило. Вот оно вылезло, ой, спину трет мешок. Вы взяли тогда этот, мешок развязывать неохота. Вы взяли это обратно, раз воткнули, прошли, а оно вылезло тут. Повысили морозостойкость, потеряли качество плодов. Я для чего ниже-то это? Помните, чуть-чуть раньше, полчаса назад, я взял и прочитал свою, зачитал постулат. Одно и то же семя в разных условиях дает разные результаты. Это 100%, знаете, какой наглый, уже наглей нет на свете человека. Это полностью противоречит генной инженерии, это полностью противоречит всей генетике. Почему ненавидели не этого самого? Я не собираюсь их обелять там, ни Лысенко, ни Мичурина. У них хватало всего. Вот. Только дорвался до власти этот Лысенко и пошел. А пока не дорвался, все было нормально.
Дело в том, что по генетике все, геном, он все, и геном на Африке, геном, все. А в Африке он может быть и совсем другой. Ой, я уже про это рассказывал. Так вот, я противник морозильной камеры, я противник того, что вы делаете. Вот вы косточки южной груши весом 100 грамм, семечки. Взяли, садите, получаете по двое. И вот, если это по двое, но это южная, скорее всего, Виктор захотели иметь не по двое, а как самостоятельную культуру. Ну, как, допустим, тот же самый Боднар. Вот, пожалуйста, занимайтесь. Что-то получите. Будем живы. Рассмотрим. Ну, какие-то 6-8 лет сдать. Так, таким людям, как Валерий Константинович, садовод, садовед, эксперт, должна быть прямая пора. Сейчас. Вы знаете, сейчас в это время, если бы любой чиновник, а это невозможно, это понимаете, это даже не то, что люди характер. Что-то такое. Вот. Никогда ни один чиновник, палец о палец, исключено. Никогда. Чтобы это было, нужно, чтобы пришел другой чиновник и сказал, а я это, другой чиновник. А вот как сейчас, господдержка нужна, ваш, как бы сказать, это ваша из вас, как сказать, выплеснулась эмоция, видят, что действительно вроде бы я чего-то стою. Господдержка, конечно, господдержка. Мы связались, спасибо за это предложение, за этот коротенький текст. Мы сидим за чаем и рассуждаем. Вот сейчас у нас продается несколько участков хутора. Вот сейчас бы нужно несколько миллионов всего лишь. Это гроши. Это гроши, потому что вы видели там институт, который вырастил то, чего нам это самое, у любой бабушки есть. Там идет о сотнях миллионах, а если за много лет, о миллиардных этих самых дотациях или как их там, господдержки, а это как называется, бюджете института. Несколько миллионов. Мы покупаем 2-3 участка, которые прилегают к действующим. Потому что надо сохранить, чтобы общий забор был. Вот. Все, что мы с ней нарезали, это будущее на 100 лет вперед. Обогнать невозможно. Почему? Когда мы начинали, у нас не было ни одного выше 50 грамм абрикоса. У нас не было ни одной сливы выше 50 грамм. У нас не было ни одной яблони, которые они давали. Ну, давайте вот так, я завел, извините, это, Ирина, ну, возбудился или как это, разволновался. Белый налив, прекрасное яблоко, боровинка, папировка. В лучшем случае, ездил уже к ученым, я уважаю это, кланяюсь этой самой Байковой, кандидату наук и директору института ГСУ. За Жигулевским в ней ездил. Откуда потом взяли 100-граммовое? Мы им дали возможность 50-граммовым, 40-граммовым, мы им дали свободу развиваться. А как? Селекционные клонеры, а его не существует. Ну что, наша песня хороша сначала, я уже не буду. Я просто хочу сказать, что дайте несколько миллионов, подайте, это самое. У Ильфа Петрова было, помните, сцена, нищим притворился, ходит за этот, а этот Корейка, это подпольный миллионер. У него гигантская сумма по тем, 10 миллионов. А эти знают, что он миллионер, а никто не знает. А и вот решили устроить эту психическую атаку. Нищим оделся, этот Паниковский, ходит за ним. Дай миллион, дай миллион. Так вот это мы сейчас, Савинич, еще несколько людей. Что вы думаете, если дали бы Алексейка или там Латинкову, или это самое, Макарову, или Козелу по миллиону, чтобы развивать именно направление, чуть-чуть научно. Вот. А мне ни копейки. Да я был, напился, ой, я не напиваюсь образно. Я бы от радости бы плясал бы, что наше дело побеждает. А если Савинич дадут, я ни при чем. Я без копейки посажу этот сад. Только бы рядом. Вот рядом продается участок за 1 700 000. Он дорогой, он стоит как трехкомнатная квартира двух в Саяногорске. Его не купят, может, никогда. Ну где взять эти 1 700 000, а?
Были бы они казенные, уже бы не жалко. Своих-то жалко, я уже 2 миллиона вложил в расширение участка. Ну сколько можно-то? Опять начал шашкой махать. Вот вам господдержка. Сейчас разбежались. Здравствуйте, ВК. Оскорблю по поводу ухода Боднара. Он оставил после себя большое наследие. Наш долг приумножит. Благодаря вам будет возможным. Ну да, конечно. Ну, ты понимаете, но это судьба. Это судьба. Украина выуживает из банки огромные абрикосы. И думал, персики. Я повторяюсь в пятый раз. Вот. Что, откуда у вас такие персики? Это абрикос. А что интересно, они твердые? Хотя из банки. С компотом. Трехлитровая. Как вы запихали туда? Валера, все не вошли. Где дерево? Да вот, у крыльца. Нарезал. Это я уже 100 раз рассказывал. У меня не пошло. Получились 1 год персики. Ну, пусть их несколько было. Образно говоря. Ну, с виду как персики. Другой год они это... они были зеленые, я их увез в Москву на конференцию. Конференцию меня вышибли. Никто не спросил, почему я и Байкалов привезли на конференцию плоды абрикоса. Ну, пусть зеленые. Это было 17-18 июля. Почему 150 организаций ни одного не привезли? Это был приказ. Там была выставка. Они привезли много. Там Канчина привезла такие черешни, что... которую я сейчас только ругал. Вишни, черешни, вишни. Больше ничего. В середине июля, 20 условно, 17-19 июля. Ну, абрикосы у них должны были поспеть. Это у нас в Сибири, пусть зеленоватые, чуть желтели. Это я случайно вспомнил. А на следующий год дерево погибло. А накануне приезжал Боднар. Что у тебя есть ценного? Я говорю, да вот, вот такие были, рассказываю. На Украине с банки, вот не мог достать. Т-т-т. Дал ему черенок. Проходит столько лет. Вот почему я его вспоминаю. Это судьба такая. Я фильм о нем снимаю. Не вот этот, а предпоследний фильм. Я все ищу его. Мы ходим по саду. А я с камеры. Сколько у тебя абрикосов? Он говорит, 3 сорта. Какие? Назвал 2, 3. Петр Велик. Как Петр Велик? Это мой. Да, да, твой. А плоды какие? Он вот так опять показывает. И у меня уже 2-й год, уже 2 года, уже вот эти самые. Ну, началось с одной ветки. Вот. И на следующий год я дождусь. А может, они опять у меня станут. У меня же получились по 40 грамм. Не как с банки. А ведь я ничего не выдумал. И вот получилась такая... Он на том свете. И как только он соплодоносит, это будет не Петр Великий, а Боднар Великий. Вспомните, Елена Александровна, я вам за чаем говорил, планами делился. И вы, когда вырастете следующее поколение, Александр, у вас будет абрикос Филиппов поздний. Кто о нем вспомнит? Вот. А мы все не вечные. Мы не молодые. У вас будет венгерка Чернобаева. У вас будет черешня Боднара в вашем саду. У вас будет этот самый желтый бот. Ну ладно, я уже повторяюсь. Поняли, да? Вот это после нас все должно остаться. Так что спасибо вам, Алексей, за добрые слова. Подходит время стратификации. Опираясь на опыт прошлого года, в этом деле мы составили таблицу о сроках закладки семян контекста сортов, которые были у нас в тот момент. В том числе черешня Боднара. Оно, конечно, здорово. Если меня спрашивают, до сих пор не знаю сроки сертификации черешни Боднара. Я продал его косточки и все. Так, Алексей, приветствую. Алексей, косточки черешни надо закладывать на сертификацию по опыту. Так, что ответит, посмотрим. Так, добрый вечер всем. Кавалерий Красивец, соболезную по поводу картины Бориса Ильича. Ирина, персики видны. То есть то, что я показывал с фотоаппарата, ну это же чудо было. Я потом их перенесу. Я позвонил 2 раза, да? Письмо свежее. Никто не ответил. Я дальше буду звонить. Я скажу, так, ну-ка, это самое, это не ваше личное дело. Я вас не обману. Семенков получились, эти самые, скотчики получились вот эти. Вот так. Письмо с конкретным рассказом.
получили когда? Пусть на шестой год. Что получили? Еще фотографии? Еще? Кто вы такие? Смотреть в глаза, фамилия, имя, отчество, адрес, основная профессия. Все, чтобы это самое. У меня отдельная папочка для таких, как вы. Вот. Сегодня мы не нужны. А я же знаю, откуда где вы живете. А завтра вы окажетесь с института ближайшего, к вам приедут, и будут вот так вот, как в Японии. В Японии мы бы это самое с Бодерами и прочими этими авторитетами, Сергеем, мы бы не остались бы этими. Вот. Это у нас так не принято. Так. Черешня, по информации Бодера, 128 дней. Я закладывал 20 штук в январе, к апрелю проросли. Так, остальные летом. А сколько? А, прошли два. Ну, рановато, значит, говоря. Городничин, приветствую. Светлая память Боднеру. У меня от него память тоже из черешни. Сибирьки, нужна сертификация. Да, понимаете, тут и да, и нет. У меня часть сибирок в виде плодика до сих пор. Они лежат в холодильнике, плодики. Это уже сертификация. Понимаете? И получалось как? Некоторые у меня сухие даже, допустим, ну, например, в марте. Они их только в сырой песок, а через оп, они уже проснулись. Получается, что сибирка – это нечто особенное. То есть, если бы я ее в сухом виде держал, одно, а когда в виде плотиков – другое. Так, желтую силу, что будет опылять, не плодоносит, зараза. Ну, смотрите, ну, допустим, Выборг, да. Ну, слева для вас. У вас всегда же это сырее, чем в среднем по России, да? Ну, почему бы там не жить? А кто будет опылять? Ну, слива будет опылять слива. Это вот черешня надо, вишня, вишня надо, черешня. Тут есть такое дело, разновидовое, на пользу. А что касается сливы, принцип только один. Желтая слива и красная слива – это две большие разницы, как сказали вы в Одессе. Вот. Я пробовал на желтую сливу красную поливать, плохо идет. Это о чем говорит? Если у них биологическая несовместимость, значит, она распространяется и на опыление. Им нужна обязательно генетическая совместимость, иначе она не примет пыльцу чужую. Для желтой – красная чужая, для красной – желтая чужая. Значит, что вам надо сделать? Есть много так называемых гибридов. Чисто желтая слива – это уже чуть ли не редкость. Чисто красная. А вот этих между ними промежуточные варианты, да, которые вы... Помните, мы это самое... Я был в отчаянии, они все китайки. Деревья не отличить, листья не отличить, скелет не отличить. А смотришь, помните мои названия? Красная, красно-желтая, красно-синяя, красно-фиолетовая, желтая. В общем, это. Вот они-то как раз... И принцип такой. Вот насадили их рядом, не жалейте места, одно скажу. А вот шел-то растет себе, растет, так? Ну, вот оно растет. И действительно, кому опылить. Так, стихотворение моей землячки просто высший пилотаж. У меня даже гордость, что ли, за нее. Гражданин Невзоров, она это с Барнаула. Вы здесь тоже с Барнаула, да? У меня памяти не хватает, хотя вы уже не новичок. Так вот, у меня много стихов. Да. Валентин Шелепов. Валерий Костинович, а Борис Иосифович прививал черешню на вишню или растил корни собственной черешни? Прививал. Это уже последующее поколение прививки на вишню. Вот. Так что я на ваш вопрос ответил. Результаты прекрасны. Я прививал на свою вишню, то есть не согласовал с ним. Привил и привил. Так, а черешня Бодера какой высоты? Желтый. Я рассказывал, что я предложил, когда я узнал, что он шпилил, я демонстрировал, трудно найти фотографии тысячи. У меня есть фотография, где почти метр, вот такой, метр на метр. Вот можете себе представить такой пень, показывает натуральную величину, смотрите, если мне видно. И 15 метров в высоту. Вот так смотришь, да, это где-то пятый этаж, по-моему, если это дом. Да? Пятиэтажный дом. Вот это что было, то было. А как я отвечу на ваш вопрос? А я вам показал пониже, там, допустим, 10-метровые. Вот. И вообще, это такая вещь, что может расти до бесконечности.
Я бы сегодня предложил его это самое наградить и расстрелять. Теперь получается, что точнее вопросы уже будете задавать не мне, а тем, кто уже вырастет. Кто-то выписал, кому-то разошлось 75 черенков, они закончились, кому-то разошлось с несколько сотен косточек, они разошлись. Ну вот, все. Спрашивайте теперь у них.